Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я расскажу вам об очередном способе подключения к интернету древнего устройства. На этот раз я хочу вам рассказать о том, как можно подключить ко всемирной паутине ноутбук Toshiba Libretto 110CT с помощью Wi-Fi. Да, на первый взгляд, подключение устройства к интернету с помощью Wi-Fi не должно вызывать вообще никаких сложностей, и поэтому видео должно, по идее, получиться очень коротким и скучным. Но не все так просто. Да, действительно, современные устройства подключаются к Wi-Fi без проблем. Но, к сожалению, их старшие братья, выпущенные примерно лет 17 назад, подключаются к беспроводным точкам доступа значительно сложнее. Во многом из-за того, что Wi-Fi получил более-менее широкое распространение только к 2001 году, в то время как это устройство было выпущено в 98-м. Поэтому существует как минимум две причины, из-за которых выйти в интернет через Wi-Fi на этом устройстве довольно-таки сложно. Ну, во-первых, здесь вообще нету Wi-Fi адаптера. Он просто не предусмотрен конструкцией. И, во-вторых, устройство работает под управлением Windows 98, в которой нету никакого пользовательского интерфейса для настройки доступа к беспроводным сетям. Другими словами, здесь некуда ткнуть мышкой, чтобы выбрать нужную беспроводную сеть, потом вбить пароль и подключиться к ней. Такого интерфейса тут просто не существует. Так что придется немножечко поискать обходные пути, и мне кажется, мне удалось парочку таких путей найти. Но, естественно, как решать первую проблему, я думаю, все вы прекрасно понимаете. Нужно найти какой-нибудь внешний Wi-Fi адаптер и подключить его, например, через USB. Однако в этом ноутбуке USB тоже нет. Здесь вообще довольно мало различных интерфейсов. Это у нас зарядка, наушники, микрофон и вот такие вот два PCMCA слота, в которые можно вставлять карточки расширения. В конце 90-х и начале нулевых карточки расширения формата PCMCA были довольно популярны, потому что они позволяли значительно расширить функционал ноутбука или какого-нибудь другого мобильного устройства. За все время, что я собираю древние девайсы, у меня скопилась отдельная коллекция различных PCMCA аксессуаров. Вот из них могу вам показать, например, такой вот 56-килобитный модем со встроенным коннектором, 6-мегабайтную карту памяти и жесткий диск Kingston на 5 гигабайт. Внутри что-то гремит, но он работает. Итак, естественно, существуют и другие карты формата PCMCA. В частности, у меня есть отдельная коллекция Wi-Fi карточек, которые подключаются через этот интерфейс. Их у меня скопилось аж целых 4 штуки, и хоть какая-то из них должна заработать. Ну, во-первых, давайте посмотрим, что это за карточки. Одна из них, самая, наверное, классная, это Nokia D311. Классная она потому, что это не только Wi-Fi, но и GPRS-адаптер. Сюда помещается сим-карта устройства, погружается внутрь ноутбука, и вы можете выходить в интернет не только через Wi-Fi, но и через мобильный интернет. Недостатка у этой карты два. Во-первых, не существует драйверов под версии Windows младше, чем XP, и, во-вторых, D311 не работает в российских сотовых сетях, потому что передатчик здесь работает на частоте 1900 МГц, аксессуар предназначен для Америки. Если хотите использовать это в России, покупайте Nokia D211, которая работает на частоте 1800 МГц, в остальном точная копия. Дальше. Cisco Aeronet 350, по-моему, 11 мегабит в секунду карточка поддерживает. Это 16-битная версия PCMCA, так что она работает не только здесь, но и на более старых ноутбуках. Zixel G120EE. Эту штуку я купил в 2013 году в магазине. Я очень удивился, что она дожила до этих лет, где-то там пылилась на складах. Она уже использует 32-битную версию PCMCA, так что работает, например, на Libretto 110, но не работает на Libretto 50 и других более старых ноутбуках. Здесь, по-моему, уже 54 мегабита в секунду, и, к счастью, мне удалось найти в интернете драйвера на конкретно эту карточку. И, наконец, D-Link DVL-650. Устройство мне досталось вместе с этим ноутбуком, поэтому изначально я, наивный, рассчитывал, что эта карточка должна с ним работать идеально, ну, поскольку предыдущий владелец, наверное, не дурак, раз купил эту карту именно к этому ноутбуку. Увы, но на жестком диске, во-первых, не нашлось никаких следов драйверов под эту карточку, и, во-вторых, в интернете мне тоже не удалось найти драйвера под Windows 98, которые у меня завелись бы. То есть,
ноутбук упорно не видит эту карточку, точнее, конечно же, он ее определяет, но не может подобрать под нее правильный драйвер, несмотря на то, что я установил сюда уже довольно много разных версий драйверов. Так что, увы, из всех четырех карточек у меня нормально завелись только две. Это Cisco Ethernet 350 и Zixel. Ну, в общем-то, наверное, самые крутые компании, которые производят сетевое оборудование, и на этот раз не подвели. Итак, аппаратную проблему мы решили, мы нашли целых две Wi-Fi карточки. Как теперь решить следующую проблему? Напомню, в Windows 98 нету никаких интерфейсов для настройки доступа к Wi-Fi сетям. То есть элементарно некуда тыкать мышью. Как жить? А на самом деле, естественно, производители этих карточек предусмотрели и такой вариант событий, поэтому вместе с драйверами они предоставляют различные графические утилиты для настройки доступа к беспроводным сетям, которые заменяют отсутствующие стандартные виндосовские вещи. То есть вместе с Zixel на диске я нашел не только драйвер, но и такую графическую утилиту. С Cisco мне повезло чуть меньше, и графической утилиты я нигде в интернете, к сожалению, найти не смог. Но, тем не менее, карточка работает и без нее. Как же она работает? Давайте посмотрим попозже. Сначала начнем с Zixel и попробуем выйти в интернет сначала с помощью этой карточки. Операция очень простая, нужно запастись терпением и вставить карточку в разъем. Это два P70 разъема, расположенных один под другим. Естественно, я предпочитаю вставлять ее в верхний разъем, потому что иначе антенна блокирует доступ к соседнему. Итак, карточка вставлена. Ноутбук, слава богу, не завис, потому что иногда это уже бывает. И именно поэтому предыдущие 5 попыток снять это видео провалились. Но на этот раз, я надеюсь, все будет хорошо. Ждать придется довольно долго, потому что драйвер, естественно, уже прогрузился. Как видите, обе лампочки моргают, устройство корректно определилось в системе. Но графическая утилита очень и очень нетороплива, и загружается она крайне долго. Я не знаю, как надо было написать эту вещь, чтобы она работала настолько медленно. Кстати, если вы смотрели предыдущие мои видео, вы, наверное, спросите меня: «Кирилл, куда ты дел Libretto 100 и откуда у тебя взялась Libretto 110? И что вообще с сотой Libretto?» Да, к сожалению, получилось так, что мои попытки отремонтировать Libretto 100 в конце концов обернулись неудачей, и после некоторого времени эксплуатации петля снова, зараза, развалилась. Как я понял позже, уже после того, как приобрел Libretto 110, петли должны ходить значительно мягче, чем они ходят на Libretto 100. То есть, судя по всему, самозатягивающаяся петля перетянулась со временем и треснула. Так что я лишний раз стараюсь не дергать этот ноутбук, он просто стоит на полочке. Эту вещь вместе с кучей различных электронных древностей, видимо, предыдущий владелец капитально решил расчистить свой гараж, мне передали за небольшую сумму, и у этого устройства не работал, у него не работала подсветка. Причина крылась в неисправной плате инвертора, и мне пришлось переставить ее с Libretto 100. Зато теперь я получил полностью рабочий ноутбук, и поскольку подсветка не работала в течение очень долгого времени, лампа подсветки люминесцентная осталась, практически сохранилась в первозданном состоянии, и поэтому дисплей такой же яркий, как только что из магазина. Так, пока я тут болтал, у нас уже все подключилось. Лампочка горит непрерывно. В строке состояния появилась зеленая буковка Z. Давайте откроем эту волшебную утилиту и посмотрим, что там так долго грузилось. Нет, она не хочет открываться. Давайте посмотрим, как выглядит эта утилита. Вот, пожалуйста. Здесь представлена основная информация о моем подключении: MAC-адрес, скорость, тип шифрования, уровень сигнала. Где-то сид тут был. Вот он, да, что-то тут немножечко верстка поплыла. Ну ладно, это не важно. Вот примерно так выглядит утилита. Давайте наконец-таки выйдем в интернет и попробуем открыть какой-нибудь сайтик. Итак,
почему-то он не хочет. Хочет. Отлично. По умолчанию он пытается загрузить сайт MSN, а он мне не нужен. Давайте попробуем загрузить что-нибудь более экзотическое. Опять-таки испугаем админов, которые Linux.org, которые захотят посмотреть, с каких устройств посещается их сайт. Потому что это, если не ошибаюсь, Internet Explorer 5.0.1, если мне не изменяет память. Кстати, давайте посмотрим. .5.0.0.26.14, короче, и так далее. В общем, 5 Internet Explorer. Я думаю, с таким браузером на лор заходят довольно редко. Итак, можем развернуть на весь экран, на все 800, на 480. Примерно так выглядит интернет-браузинг на Toshiba Libretto 110. В принципе, более-менее использовать можно, но, естественно, если я попытаюсь авторизоваться, то меня выкинет, потому что здесь используется HTTPS. Окей. Ну и вот он должен... Да, он, к сожалению, фейлится. Ладно, вот мы поигрались уже с одним из адаптеров. Как видите, все сделано для людей, несмотря на то, что работает эта вещь довольно-таки медленно. Более-менее карточка проста в эксплуатации. Давайте отключим ее. Здесь есть аналог безопасного извлечения. Потому что иногда машинка может выпасть в синий экран, если внезапно извлечь какую-нибудь карту без предупреждения. А, кажется, я не нажал стоп. Бывает. Отлично. Все, теперь можем ее извлечь. И попытать счастье с Cisco Aeronet 350. Как я уже сказал, графическую утилиту для этой карточки я не смог обнаружить. Как жить в такой ситуации? Очень просто. Cisco сделали очень классную вещь. Они встроили какой-то базовый функционал обнаружения и подключения к беспроводным точкам доступа прямо в драйвер, насколько я понял. И поэтому мы можем сейчас, если у нас ничего не зависло, у нас ничего не зависло, мы можем прямо сейчас, вот прямо сейчас, когда вот разлагается 98-я винда, вот уже вот, о, отлично, вот прямо сейчас мы можем зайти в панель управления. И перейти в настройку сети. Здесь мы можем выбрать наш адаптер и посмотреть на его свойства. Отлично. И здесь, как видите, представлен такой самый-самый-самый базовый интерфейс для настройки доступа к беспроводным сетям. В таком виде этот адаптер может подключаться только к сетям, у которых заранее известен SSID, и у которых нету шифрования. То есть, как видите, здесь нету никакого интерфейса для того, чтобы ввести пароль, так что этот адаптер может подключаться только к открытым сетям. Придется мне расшарить интернет на телефоне. Надеюсь, за это время никто не успеет воспользоваться таким удачным шансом и чего-нибудь накачать. И я надеюсь, что эта карточка умеет обнаружать, умеет мониторить список точек доступа динамически, поэтому она, по идее, уже должна подключиться. Давайте проверим. Если что, просто переставим карточку, и чтобы она заново попыталась подключиться к точке доступа. Так, уберем полноэкранный режим. Ноутбуку немножечко тяжеловато справляться с такими нагрузками. Представьте, Internet Explorer открылся, и меню пуск, и еще сообщение Work Offline. Очень тяжело, очень. Так, try again. Отлично. Так, убираем полноэкранный режим. Господи, да почему так тяжело? Кстати, несмотря на такую хиленькую производительность, здесь все-таки
более быстрый процессор по сравнению с Libretto 100. Там первый Pentium на частоте 166 МГц, здесь уже 233, чуть-чуть разогнан. Давайте еще раз попробуем перейти на сайт. Linux.org.ru. Работает значительно медленнее, хотя обычно в скорости он не сильно уступает. Да, наверное, карта так и не подключилась к точке доступа. Давайте попробуем ее переустановить и попытаться выйти в интернет еще раз. С уже поднятой точкой доступа на телефоне. Потому что сейчас я включил ее после того, как вставил карту. А теперь мы попробуем сделать наоборот. Так, извлекаем карту. И вставляем ее заново. Так. Карточка моргает лампочкой статус с какой-то определенной частотой. Я уже не помню, что это значит, но в конкретно этой модели, по-моему, разная частота моргания зеленого индикатора означает разные вещи. Ну вот я не знаю, вот это вот хороший знак или нет. Ну неважно, давайте попробуем. Чё гадать? Правильно. Стоп. И попробуем еще раз. Ну, давайте что-нибудь менее тяжелое. Отлично. Что-то появляется. Готово. Теперь можно даже что-то поискать. А, кажется, здесь винда не русифицирована, но это не важно. Скачать. Так, наберем. Бесплатно, без регистрации и СМС. Я думаю, этого достаточно. Яндекс должен нас понять. Отлично. Отлично. Автокомплит. Включить автокомплит. Так. ICQ7. О, господи, уже хочу. По-моему, я перестал пользоваться Аськой только тогда, когда в ВКонтакте появился нормальный мессенджер. Нет, я передумал. В общем, как видите, это устройство может выходить в интернет, к сожалению, не без посторонней помощи, если мы используем адаптер от Cisco, но полностью самостоятельно, если мы используем адаптер от Zixel. Причем эта вещь умеет подключаться и к сетям с шифрованием WPA2, и к сетям с шифрованием веб, и даже к незащищенным сетям, причем работает на довольно-таки приличной скорости. Так что если хорошенько покопаться и попробовать пару-тройку различных аксессуаров, можно найти тот, который будет в вашем случае работать идеально. Вот примерно так выглядит интернет-браузинг на древнем девайсе с помощью Wi-Fi. Да, можно было вот так сделать. А я что-то правой кнопкой нажимал. Это в два клика делается, оказывается. Оп. Большое спасибо за просмотр этого видео. Если вам есть что-нибудь добавить, добро пожаловать в комментарии. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. Оценивайте видео, рассказывайте друзьям. И до скорых встреч.